Что там, твины какие-то подкатили, нет? 32 онлайн вроде дохуище. Кратоси, это что за хуйня? И таких 5 людей. Ебать. Сумоны тыкаются по КД просто. Сейчас, погодите, я приплаты куплю, у меня кончились сумоны. Бентли, Саунджа. Суманите Бентли. Он как раз тебя суманил. Там призыв начат уже. Короче, три хила есть. Пошли трэш хуярить. Там я еще не присуманилась. Сейчас. На 30 секунд. Че? Ты че, люлька? Сейчас. Повесьте еще раз. Но не в бою. Пошли, ебашим. А, уже это, уже бой. Ну, тогда сама лечу. Там можешь по скиллу отходить от этой хуйни, от волны. Нажмите на пик, кто-нибудь. Можешь в дереве стоять. Спиной к дереву, чтобы тебя не откинуло. Я бегаю, мне похуй. Мне веселее отбежать от взрывной волны и подбежать потом к мобу. Не люблю вот это стоять. Что там, Адельчик? Адельчик, что там по этому левелу-то? А, ну сейчас посмотрим, что там по танкам будет во втором рейде. Хилы и танки самое главное, чтобы были. Что там, никто больше не раздупляется в рейд? 4 тела не хватает. Ну, кстати, шмотки вообще ушли, мне он лук это пишет, что-то он там менять хотел. Да он хуйню так, пишет. Я нормальный чел, походу. Бля, чё подлагивает? У всех подлагивает? Да, или Долоране до Уксона сбежал. Бля, это ты из Долорана забагал весь сервак, залагал из-за тебя. Чувава, ты идешь? У тебя маг же. Проходки, блядь. Поэтому типа в ЦЛК надо было сначала идти. Типа тому же Тунчику и так далее открывать проходки. Тунчик у меня открыто на Тунчике. Он ходил. Ну похуй, ну, сейчас ЦЛК это пойдете, значит на следующий КД уже пойдете. Сейчас так закроем. Хули, проходки надо было раньше сделать. Уже, блядь, месяца два у меня на 5 персах проходки. На всех. Ну я не мог раньше по моему персонажу второй день. Сегодня это сделаешь? Я налегке вообще. Будет мега крутой маг. С проходкой, да. Нихуя себе. Какой? У меня лок. Какой маг? У меня демон. Так а маг у тебя что, без проходки тоже? Да. Так тебе надо и на лока, и на мага делать. Он еще не определил, с кем играть. Да? Маг говно. Демон это зачем? Почему развести не можете? Хуй куда. Не скиллованные танки. Или может на пул хуёвый. Да, всех на пулю, на пулю в него. Я вот и говорю, блядь. Его на ритром забить в РС. На ритром в РС хочет? Ну давай.
Бать, долгая параша. Сейчас это пробудителя зальют, можешь сводить уже. Что сводить? Увешь. Вхант, Кратос, Рдотка подошел. Да, я отходил, что говорил. Ну нужен твой ДПС, блядь. Да, доставка. Лютый, доставка. Вы нуждаетесь в нем? Доставка приехала. Нет, да. Доставка еще не приехала, Кирилл. Когда она скажет, я вот так в микрофон скажу, чтобы ты точно услышал, что она пришла. Ты когда доставку лутаешь, ты баф получаешь, такая... да, на ДПС? Увеличивается у тебя. Ну так это, ты смотри, вот ты в игре кушаешь, да? У тебя ДПС это апает, правильно? Да, да. Жизнь не так же апает. Аналогию проводить, да. Ну получается, ты когда похавал, так, тебя, так оно и есть. У тебя шинами, быстрее да. Кнопки нажимаются, руки я быстрее чувствую, работают. Реакция лучше. Мозг да. Больше. Да. Конечно, конечно. Бля, я думаю, чё беба после адреналина нахуй другим человеком становится. Релога нахуй. Илька релогается, стоп ДПС нахуй. Я просто продырявить пояс не могу. По дороге все делаю. Продыряю, да? Ты о чем подумал сразу? Я понял, о чем Мандра, блядь. Ты еще шишек нету, извращенца. Ну, а че за хуйня? Не стойте возле него. Ну, вот ну и что? Ну и че дальше? Сбивайте косты там по возможности. Это запрещено? Нет, я про шишки. Это у него все сводится а к одному. Тоже, что ли? Шишки запрещены, блядь, ты еще не знал? Нет, у меня нет. У вас да, у меня нет. А ты в какой стране вообще живешь, блядь? В Голландии? Где? Чехия. В Европе. Чехия он живет, нихуя. Чехия. Заебись, повернулся, Чехия. Ударную волну въебал. Котяра, блядь. Ты такой котяра, нахуй. Три билика минус. Так это все из-за котяры, блядь, агро сорвался агрессором. Слишком жесткий феррал, блядь. Блин, я торопилась, бежала к вам, забыла око дракона купить. Есть у кого в долг до конца РС? С тобой. Да, если суманешь меня. Сейчас, если тогда не продырявишь, то хуёвый ХПС будет у тебя. Так что надо срочно продырявить. Хуй, буду дырявый ходить. Уже будет недественный поезд, да? У меня остались тапки и запы. Чё? О, блядь, не говори про запы, мне там Рид написал, говорит, блядь, запы, говорит, тканевые и кожаные упали, блядь. Может, наебал? Нет, тканевые, кожаные запы и чеха, блядь, наверное. Блядь, пизда, нахуй. А чё там за черки были? Скорее это всего... Фрески. И скорее всего, поди залутал, нахуй, да? Он тот раз у меня спиздил запы, нахуй, мои кожаные. Я не помню, кто там залутал. Люксор, по-моему, кожаный. Давайте, вон, мобы идут, уже хуярьте, уже пуляйте следующий. Конечно, бездарные, с самого начала какая-то. Как я уже дал. О, Андрей, раз ты в Долоране, купи мне, пожалуйста, око, я тебе отдам после рейда. Так я тебе уже купил. О, я на форте. А, ну да, простите. Простите. Блять, вы сбивать не косты хотя бы, есть же сало там, не знаю, стан, блядь, пир дать, типа, крайней мере. Да можно, блядь, фиром дать, да, но... У меня какие-то, когда что долго. Если зафиряли мобов, чтобы они не бегали, там при морозе, а магов нету, я. Со звезды сбейте, я 100 вас обью. Думаешь, Андрей меня сейчас сам дырявить будет? Ебать. Глю. Что происходит? Сейчас агрессор клевнет. Отведи дальше агрессор, он сейчас клевнет по миликам. У меня это воспринимают тем, что зарезать человека, поэтому я не знаю. Или выстрелить, но вот так. Оправдывается, смотрите. Да, да. Сколько я продырявил людей, да? Почти получилось оправдаться, да. От чего оправдаться-то? Да не, ничего. Главное, что все поняли. Короче, это же самое, пейте и ешьте. Все поняли, как все не слышали, Кирилл. А чё, есть еще кто-то? Чё за хуйня, блядь? Чё, там людей нет больше, блядь? Парочку. У нас R1 Вара нету и Андрея. Да, я еще поставил, если что. А R1 Вара это кто, Кратос? Бля, я сейчас в РС зайду, подождите. Можете подождать?
Я вообще поражаюсь. А кто, а кто, а кто один это? Один человек был сразу топ Ирза, магом и топ а, магом. Ирза? Это 300 IQ маг. Валера, ебать. Нет, Валера, внимание. Ну, Валера это просто легенда. Он просто этот, легенда. Или 110 IQ маг, блядь. 110? Все, ну тогда ты ДПСа много не дашь, нахуй. Тогда назови. 1-2. 1-1-1. Юля, Юля. Ау. Валера сейчас придет. Отмени его. Че, Валера, Кирюха? Валера сейчас придет. С Валерой кончилась любовь же уже, все. А почему? В смысле, блядь? Из-за меня кинул. Так она не начиналась почти, блядь. Растоптал ну, мои чувства. Сказать? Так в самом зародыше как? Валера, что за хуйня? Я не люблю любовь на расстоянии, я считаю, это хуйня, блядь. У нас мага нету, брать. Так что... Так что... Валера, у тебя есть много претендентов. Ты там заходишь, чего? Я захожу, захожу, захожу. Да. Давай. Ну, если хотите, можете этого гондона убить без меня. Чего, пошли, пошли, пошли. Да, давай. Да, давай. Короче, чё, босса забираешь, вар две копии, нахуй, поехали, ебашим. Кто умрет под вихрем, тот пидор. Короче, набирайте рейндж уже, сейчас будет это, стаки. А у нас нет блацуки, да? Блацуки нету. Набираем рейндж. Вот, блядь, нахуй ты зашел под ебало, дурачок, блядь. Ну зачем, нахуй? Пиздец, блядь. Давай босса поставили. А, это, блядь. Он намекает на что-то, я так думаю. Это кажется этот, как там? Ну да, может намекает, кстати. Да, забыла. Короче, перед 33%, перед второй взрывной, дашь незыбку на рейд. И глю, короче, бабл дашь тоже на эту хуйню, чтобы прохиливать танков. Сейчас, сейчас так, выживем. Вот, разводим. Рейндж набираем. Даем место топ ДПСерам, блядь. И хилам. Остальные съебались. Все, дамажим. Пиво, просто пиво. Пиво, блядь. Разрулил ситуацию. Там пиво по усам не течет, ебать. Течет, нахуй, заебал. Эй, крома хильте. Вот, два шамана, крома, крома хилим. Что это там выросло такое? Глю, обидите, да. Обидите, блядь, мне войда нахуй, я вас, блядь, лично кастрирую нахуй. Это, все. Давайте и на раз заливаем, по люльке залить, я по глю дал. Котяра, по люльке дай, по королеве. Вот, готовься нахуй, сейчас незыбку, и массакру тоже глю сдашь, на всякий судьи бабл тоже по себе сдашь, чтоб прям стоять на месте как копанный и хилить, смотри, блядь, готовься уже. Давай незыбку, давай массакру, давай бабл. И просто спам прохил. Вара не уроните. Вара, забирай копию. Вот. Короче, заебись. И давай ШВ, короче, на рейд. Вот. Следом, нахуй. Давай ШВ. Вот. А, у тебя нет Т4, блядь, сколько раз я тебе говорил. Все. Настаньте на рейндж и просто добиваем эту хуйню. Вара, если что, води. Хилы, этот. Мася, что у тебя там? Закинь инер поглю, Мася, у тебя фул мана. Ебани поглю. Он сдох. Кром, сдох, чью таунти, чью таунти. Кром, я сейчас тебя попробую резнуть, сейчас только добегу до тебя, блядь. Чью таунти, чью? Копию ведите. Сейчас, блядь, заебал, я тебя резну. Я тебя резну. Эти копию забери, вар сразу. Вара захил, фул захил вара. Крик, крик отдай. Все, чью сдох. Кром, забирай, забирай две копии, нахуй. Кром, забирай две копии. Забирай две копии. Кром и хилим. Три хила живых, ебать его урод. Бабл нажимай, короче, кто там остался? Бобрус. Бобрус он, бабл нажимай. Все, ебать, коляска подлив, нахуй. Я больше человека вот в целках хэм закрыли, отвечаю. Натуре, нахуй. Вот на леди также надо, только духов не ловить. Все, заходим в инст. То, кто убил этого босса, тот всех остальных боссов в мире убьет. Доп ИП будет, правильно? Да, 500 ИП, нахуй. Если закроешь, если не будешь флудить, нахуй. Все. Подходим к этой Иксавиане. Ну тут, короче, Милфхант, блядь, твоя задача скинуть этот Берсу, нахуй. Сумеешь? Или Хисяка? Рыбуську поставил? Ставь рыбуську. Он оттуда Артсоул вылетел. Артсоул? Ты заходишь, братан? Ты в Диси? А чё у нас 25 человек в Диси и, блядь, 25 не может набраться в рейде? Не знаю, он вылетел просто, когда бой был. Здорово, заходи в РС-ку. Это прокси, наверное. У меня прокси нету в РС. Кто мне там ЕП начитает? Нихуя, сейчас у вас все спизжу весь шмот, нахуй. Заходи. Короче, кто там? Заходит кто-то в игру, нет? А, похуй уже, короче, чек на пул. Кратос АФК, блядь, заебал. Мы всех боссов за тебя убиваем.
Короче, ханты я просто исступили. Целка нужно пройти, чтобы выразку с вами пойти. Кто это, Кратос говорит? Кракуакозяб. А, ты не Кратос. Ну все, пуляй, чую, пуляй эту поебень. Просто хуярим. Будет одна взлетка. Подъебало не подходить. Так вот тубит для тебя, блядь. Там, короче, будут метки просто... Как на Синдре словите рейндж, вы бежите. Люди отбежите от меток, метки между собой тоже словите рейндж, и все, блядь. Можно еще не забыть, куда одели массакру на эту хуйню. Я, кстати, вообще не понимал изначально, почему мы не делаем... Я вот не понимаю одно, ханты нахуй, вы тут, блядь? Да. Ханты, блядь, кнопку нажать можете, блядь? Усмиряющий выстрел, блядь, на панели есть у вас, нахуй? Какую кнопку, блядь? Нет, он, нету на панели такой. Ну так сейчас минус получите, нахуй. Играл на другом сильве, мы всегда хотели, сейчас, но сейчас вот какой-нибудь хил. Усмиряющий. Ой, все, нормально. Блять, есть одна история охуенная, как-то водил пугарейт. Ну как пугарейт, 15 тел с гильдии, 10 пугов. Ну и короче, РСК, идем такие, блять, на циркуль. Беру одного ханта, ни руки, ни ханта нету, только один хант пуг, нахуй. И этого босса начинаем бить, мы с него начинали. И короче, блять, кидается иступление. 10 тел падает, я говорю, хилы, прохиливаем, хан что-то вала и бьет, нахуй. Красные метки, отойдите. То есть из-под ебала отойдите. И короче, он нихуя не снимает, я говорю, хан, сука, ты будешь снимать или нет? Он, короче, не снимает, я говорю, хилы, ладно, захиливаем. Все, убиваем, ну, добиваем босса уже процентов 20. Мне кричат, воет нахуй, кика этого долбоеба. Я говорю, подождите, подождите, сейчас мы добьем босса, он словит КД, и тогда я его кикну. И он, короче, ливает, блять, сам нахуй. Обидно. Он понял, что жареным запахло, блядь, так что имейте в виду, блядь. Я предлагаю нам на вот этого босса первым ходить и на нем сдавать. Да, ну по-любому. Чтобы нет, Калион и Гера откатилась просто. На этого? Ну да, можно. Можно, да, на следующего дать. Получать дополнительное ЕП каждый раз, как только мы бьем. По-любому. Не, Дель, ты еще не опытный, блядь. А так мы идем на этого Балтазара, чехто он там нахуй, и... Даем там Геру, в итоге, блядь, дохнем почти все, блядь. Да заебал. Сейчас дадим Геру, блядь. Запрыгиваем быстрее. Сейчас не надо как раз таки давать, потому что на Халиона не останется. А нахуй на Халиона тебе? Давай вайпнемся на Халион. Чтобы дебаф снять. Ну, как бы... Да, мы вайпнемся, блядь. Не, ну если... Короче, если не вайпнемся на Халионе без Геры, получите доп ИП, блядь. Бля, какого хуя? Каста 8% и кулака... А, кулак есть. Заходите быстрее сюда. Чу там, знаешь, во время каста таунт нажмешь, во время каста фера. Ладно, кинул. Этот. Короче, этот, блядь. Давайте, Геру. Короче, со звезды, стой, вар у звезды, лови там два моба. Ханты, там, где метки нету, те два моба напуливайте на вара, на крома. Все, ебашим. Блядь, да че так сложно-то? А пиво какой рукой пить, мой? Пиво, ну, блядь, ногой нахуй, пулю. Пиздец. Я вообще пяткой по клавиатуре нажимаю. Вот смотри, блять, мобы идут. Хочешь жесткий гайд? Напуливаем. Напуливаем. Короче, а берешь. Отводи эту парашу, ну, по возможности. Кружку ставишь, трубочку берешь, в ротик трубочку сведешь. Какого хуя они меня. Нахуя вы на меня напуливаете? С этой шапкой, короче, футбольной. На чью кисяка. Инхант. Вар, у него ник Кром, если что, нахуй. Зачем вы на чью напуливаем? А, это Алконфельм. Ну, эти вопросы. Я тоже сильно пулил. Короче, еще пачка выйдет, там нормально будет. Главное, чтобы хилы не сдохли. О, ШВ, красава, ты 4 одел. Кроум, первой пати, 4. Короче, сейчас выходят мобы, смотрите. Вот он тех справа, пульните, Навара. О, на пул! Хуй там! Не сработало, на? Да, хуёво. Так, ну, давайте, короче, на, глю тебе инер, короче, готовься. Давай, короче, массакру глю. Так, дал, да, чуть не вижу. Ладно, похуй. Давай, не зыбку тогда на рейд, и все, и нормально добьем. А, вот. Там вара чуть не сбрила, да, это нормально. Короче, этот, Адель, ты будешь танчить тьму, наверное, да? Про товар свет. Я по агро думаю, как сделаем.
ты на ДК спулишь босса и будешь наберешь агро, и после первого метеора вар у тебя заберет, будет дальше стоять. Дайте у вас куча рук хантов, дайте нормальный пул сначала и все, не пережить ваши листы. И все дальше будет нормально. А, ребята, извините за офф-топ. Вы в другой рейд сегодня собираетесь или нет? В какой, в какой? Я в ЦЛК, 25-ку обычку. Я в ЦЛК пойду. Да. Сейчас пойдем в ЦЛК после раскрытия. ДК или вар? Вар начнет нахуй. Ой, блядь. ДК начнет нахуй. На него на пулы дадите, он даст... Не надо, пускай, блядь, вар танчит. У нас два роги на пулы есть, и два хайтана. Все, ясно. Хорошо, ну да, надеюсь, не сорвут, не, ну типа. Смотрите, первая, вторая пати, тьма будете. Ты раскидал? Да, я уже раскидал. Третья, четвертая, свет. И по хилам, получается, глю, свету остаешься. Юля, Мася и Аритрум. Тьма, Арцол, выйдешь в свет. Все. Да, хоть один будет с этим, с Герой. Дайте краску, пожалуйста, вместо креста 10%. Кого будет? Герой у нас будет. Во тьме будет, ну во тьме есть шаман. Шаман. Чего вы переживаете? Все будет. Че, сэвэйдить вам? Интуиция. Да, вэйдим. И отойдите дальше. Да. Уйди. Дальше. Дайте, куда вы там вэйдите? Дайте быстрее. Дайте быстрее бафы уже по нему. Че тебе дать там еще раз? Инту, маги. Кром, еще дальше отойди. Вот примерно вот сюда вот. Потому что он дернется и хуёво станет. Вот сюда вот прям отойди. Прямо в меня станет. Так, свету я скажу, во тьме кто там, Юлька там, погоришь, если что, во тьме там, направо, налево. 5, через 5 секунд примерно выходит. Все, можете на пулы давать и припоты пить. Алло, блядь, ну что за хуйня? Вару проспал. Ты проспал, я дал таунт, любая на мне. Я начал мить, походу, пусть. А тебе башим. Бентли, нас побежали. Юлька одна, будешь 80 палить. Свету. Прибежаем. Свет от десятки вообще ничем не отличается? Нет. Притворитесь там. Да, да, сорвался. Угу. Все нормально. Good to be выноси, сейчас фаза будет. Испальте. Чу заходят. Сразу там не зыбку. С левой стороны заходим, с левой стороны. Таким образом, блять. Все, зашли. В звезду перейдите все. Захильте. Бедерный. Чью захильте, ну хилы, блядь. Бегайте все в звезды, пожалуйста. Так, ты крутить все будешь, как шарик пустишь. Да. Можешь. Только это смотри, чтобы нас половина не порезала. Двигаемся. И как-то рано начал. Сильно не торопись, он не дошел еще до тебя шарика, Дель. Вот, нормально. Смотри, чтобы он доходил до тебя. Феникс, вынеси. На край. Только я Тейнер заебашу. Ну, финда есть. Дольше будешь хилить. Лезвие. Встаньте в звезду, блядь, сейчас лезвие появится. Кто там стоит перед ебалом, блядь? Мася на крае. Где лезвия исчезли, там они появятся в следующий раз. Вот. Ну, конфел кидает Риксы по мне, пожалуйста. Конфел. Как думаешь, оставить кого-то здесь еще к вам, потому что Бобр сдох? Я его думаю не резать. А мне позвонили, нужно было ответить срочно. Фаза пошла. Хант останется.
Выходим, 3-4. Механт останется. Пошли, выходим. Крома захиливаем. Глю, давай, ебаш. Ты 4, ну блядь, сдохнет сейчас. Все, стоим. Все, пиздите там в тьме, там заебись. Котя. Побежали метеор на ту сторону. А, на танке. Можем постоять. Перебеги танк. Чилим. Только в лужу отходим, если что. Котя. Геру, давайте там все это. Бейте больше. А у нас КД, наверное. Да похуй. Вот, вот еще. Что-то митки не кидаются вообще, нахуй, какие-то сломанные, блядь. Ухант, вынеси. Теперь побежали, Свет. Перебегаем. За собой пошли. Ну, на серд шел. Сам себя здесь пылишь. Обратно. Подальше относи, чтобы люди не отлетели из-за тебя. Арсол опять. Метеор побежали. Там, там в дыхание не забеги, только Арсол. Ага, побежали. О, видишь, дыхание. Что долго бьем, блядь. Если маловато. Тотем ебани, если есть у тебя вон углю маловато маны. И хуярь по танку, на всякий случай. Как дот. Ну-ка, сам себя попробуй. Кто это здесь понял? Не ты? Ну как ты думаешь? Пойдет. Еще раз применяем. Последний раз. Хотя. Ботинки, ботинки. Он чихал, упал. Я отошел. Лестница, пожалуйста. Говно ебаное, нахуй. Блять. Угу. Пидерсия, нахуй. Где тот лут вчерашний? Где хантовские боты, ёб твою мать? Епешьте. Ты будешь отнимать эту хуйню, ЕП? Я бы снимать, а я на... Да, давай, давай. Окей. Говори кому, если не... Так. Один и два. А тут на 7, да? Ты начал целкашку, да, собирать? А, и... А, ну давай. Ставьте быстрее эту хуйню. И там кто-то на заменник был, кто с без проходки, типа, им въебать еще надо будет. 1.4, 1.6, 1.7. Ебашьте. В смысле без проходки? И нет проходки, нет ебаных. А, да, точно. Или КД у кого-то было с вчерашнего, типа. Зачем варом в эти булки? Крафтовые же. Потому что меткости не хватает, когда они делаются нормально. Так, Феникс 1.7 отдаю. Ты снимешь или будешь снять? Ну, сними. Не, так-то могу. Ну, сними. Нет, я сниму, без проблем. Окно лута открыл. Чеш, короче. 1005к, нихуя. 1.5 уже не канает, нахуй, там пятеру поставили. Привычка, хули. Ну танчика ж нету КД, по-моему, или он танчик первый лет, не помню. Ну, Войт, типа, он может составить конкуренцию. 5к хант, все. Ну тебе, Кирилл, кого? Не надо, чешка мили. Не надо. Чеха? Нахуй она не нужна, блять. Ну все, милхант тогда 5к отдаю. Где он там, блядь? Я так много поставил. Тем более я не буду мейнифером. Пока что точно. Нахуй пизду. Не хочу замирать, смотреть. Ты про что, Кратос, я хуй знает. Объясни поподробнее. Когда это мейн спек равно спеком стал? Объясни поподробнее, я не понимаю нихуя. Когда ЕП стало отдельно на всех персонажей будет. А, вот тебе сказали в DC. Что чью? Я тоже не понимаю. Ты мне написал чью, я нихуя пойми. Он же танк. Ну да, и чё? По многочисленным просьбам я
Разделил ЕП нахуй. Минус 10. Да, глю отдаю. Твинкам и мейнам. Теперь твинки могут податься за шмот. Вот и все. Все. Ну, ЕП у них отдельно, у вас свое, типа. Это, короче, так, нужен, Кратос да. спрашивает, нахуй, он вопросы задавай, и там Кириллу, может, он тебе сразу объяснит.